Программа «День выборов». И я, ее непостоянный ведущий, Кондратий Выберман. Начать я хотел бы с письма, которое пришло в нашу редакцию. Здравствуйте, дорогая редакция. Пишет вам пенсионер Хаим Моцкин из Кирьят-Бянька. Я вообще считаю эти выборы незаконными, потому что хочу голосовать закона, но не могу. А моя старуха смеется надо мной, над моим несчастьем и агитирует за Либермана. Ну, пожалуйста, скажите ей, что она конкретно не права, а лучше исполните для нее какую-нибудь песню про наш тяжелый случай. Ну, что ж, для Хаима Моцкина из Кирьят-Бярика звучит песня группы «Тяжелый случай». Плачет дедушка у иконы, слезы льет, словно крокодил. Он свой голос отдал законно, конно выборы не ходил. Он свой голос отдал законно и на выборы не ходил. Плачет бабушка, деда бесит, смотрит волком, как бультерьер. Либерман не проходит в Кнессет, потому что поднял барьер. Либерман не проходит в Кнессет, видно, зря поднимал барьер. Плачет Биби, глава Ликуда, зло на Сару и Дик под дак. Не сдавала она посуду, не терял бы Ликуд мандат. Не сдавала она посуду, не терял бы Ликуд мандат. Плачет Беннет, душа в надломе, слезы льются ручьем на пол. Он забыл, что в еврейском доме неприлично играть в футбол. Он забыл, что в еврейском доме неприлично играть в футбол. Плачет Ципи и плачет Бужи, закативши свою губу. Их дела с каждым днем все хуже, их мандаты летят в трубу. Их дела с каждым днем все хуже, их мандаты летят в трубу. Плачет Дерри, начальник шасса, хоть солиден и бородат, заготовил углей и мяса, а Ишай отобрал мандат. Заготовил углей и мяса, а Ишай отобрал мандат. Плачет женщина из Кадимы, взяв Мафаза за Фаберже. Пролетела Кадима мимо, не припомнят ее уже. Пролетела Кадима мимо, не припомнят ее уже. Наркоманы, захлюпав носом, наркоту закупают впрок. Ведь согласно любым опросам не проходит аллея рок. Ведь согласно любым опросам не проходит аллея рок. И годами за чашкой чая от министров и до солдат плачут бедные англичане, потеряли они мандат. Плачут бедные англичане, потеряли они мандат. Потеряли они мандат. Потеряли они мандат.